¿Cuántos años entrenas джиу-джитсу и por qué? Почему ты начал заниматься джиу-джитсу и сколько времени ты им занимаешься? Empecé a los 17 y tengo 34, hace 17 años que hago. Я начал заниматься сначала боксом в 10 лет, до 13 лет занимался боксом. И занимался такими контактными видами, как регби, играл всегда. Мне всегда доставалось, поскольку у меня трое братьев, и самый маленький среди них я был. Мне доставалось на улице, в школе. Я боксировал, но я чувствовал, что за счет ударов я не мог с ними справиться. Если они были больше меня по размеру, мне доставалось, как правило, от них. И потом в 14 где-то я начал заниматься капоэрой. Капоэрой начал заниматься. Капоэра меня привела в мир джиу-джитсу, потому что все, кто занимались капоэрой, они были бразильцами. И они общались между собой, пересекались где-то как-то, они друг друга знали. Учитель сам сделал 2 профессиональных или 3 боя по смешанным единоборствам, по миксфайту. И он меня привел в тему джиу-джитсу. Мой учитель мне показал, как дрался Хойс Грейси в первых UFC. Меня это поразило, то, что такой маленький человек дрался в абсолютной весовой категории, без лимита времени, и выиграл у всех, просто у всех. Меня это зацепило, и таким образом я в 17 лет начал заниматься джиу-джитсу, и сейчас мне 34. Когда я беру джиу-джитсу, нельзя ставить руку вот так. В руках не засунуть. Берите пальцы сверху. Sí, que son 2 hermanos, ¿sí? Mario vive en Brasil y Freddy vive en Argentina. Mi primer entrenador fue Cristóforo Colombo, Кристофер Коломбо и Марсело Мело. Эти люди тренировали буквально 1,5 месяца. Получилось так, что один уехал жить в Соединенные Штаты Америки, другой уехал в Бразилию. И мы остались без тренера. В этот момент появляется Фредди Суката. Их 2 брата, Марио Суката и Фредди Суката. Фредди жил в Аргентине на тот момент. Марио Суката жил на тот момент в Бразилии. Фредди Суката взял руководство над группой и начал тренировать нас джиу-джитсу. Я много где побывал, был у Карсона Грейси в Бразилии, Манималь в Бразилии, Ресифе, был в Москве в Локомотиве, когда был клуб московский, был в Мексике, был в Англии, в Вольпс-Лейер, но при всем этом для остальных всех людей, там, где я побывал, везде, это было просто спортзалом и все, ничего больше. То есть они, да, ходили для того, чтобы улучшить свою технику, что-то такое, но именно чтобы спортзал заменил дом, он был как дом. Я чувствую себя как дома только в одном месте, у себя в клубе в Аликанте. ¿Qué sentido en tu vida hizo la yoga? Porque ayer demostraste una respiración continua, no sé qué, y diafragma, sí. Que ¿cómo cambió tu vida el yoga? Йогой я начал заниматься из-за того, что я был очень нервным человеком, и в какой-то степени мере она меня успокаивала. Моя мать занималась йогой. И йога мне помогла в джиу-джитсу тем, что когда ты попадаешь в неловкое положение, неудобное для тебя, ты не должен нервничать, не паниковать. Йога приучивает к неудобным позициям, к неудобным положениям, и в борьбе мне это послужило для того, чтобы в неудобном положении не спешить. Для джиу-джитсу это было очень важно. Когда ты борешься, ты попадаешь в очень много неудобных положений. И я не нервничал, не паниковал. Также она развивает растяжку. В джиу-джитсу, в спорте она мне помогла именно этим. В жизни она мне помогла именно тем, что я мог успокоиться. лучше для развития джиу-джитсу это заниматься. Должно у вас быть желание. У вас должны быть клубы. То, что не хватает, это место, зал, именно ваш зал, ваша территория, где можно разбирать по базову гард, хафгард, маунт, бэкмаунт, перевороты, свипы, субмишн, разбирать. Чтобы не было такого, что вы пришли, час позанимались, пришла другая группа каратистов, боксеров или еще кого-то и сменили вас. Именно ваш зал, ваша территория, определенный темпл, у вас должен быть темпл. Это даст большой скачок, рывок в борьбе, когда человек приходит и у него строго ограничено времени, он не сможет разобрать тех приемов, которые ему, может быть, хотелось бы. Нужно больше времени уделять этому. Там, где я был, в Москве, да, там действительно намного больше народу, чем в Саратове. Там разные весовые категории, технические. Я могу сказать, что у них в Саратове есть ты, и у тебя очень хорошая карьера была с детства. Ты сделал 2 профессиональных боя по ММА, ты съездил на Европу, выиграл на Европе, ты коричневый пояс к 24 годам, что не каждому дано, и они должны эксплуатировать тебя для того, чтобы познавать джиу-джитсу. Рената формировали люди всегда с черными поясами, то есть он работал всегда с профессионалами. С детства он начал, его уровень вырос нам многократно. И дело не в поясе, дело в том, сколько времени он занимался. Он очень начал рано, из-за этого такой результат сейчас, на данный момент. Вопрос о том, как ты восстанавливаешься. Мне помогает восстанавливаться спортивное питание, БЦАшки, то есть какие-то минералы. Почему? Потому что если действительно интенсивные тренировки, то есть не одна тренировка в день, а когда у тебя 3-4 тренировки в день, твой организм действительно устает, ему надо как-то помочь. Помочь расслабиться или не потерять все, что в нем накопилось. Допустим, с потом ты теряешь минералы. Он говорит, в зависимости от того, сколько тренировок. Если он тренируется один день, он вообще не устает, грубо говоря. Но если у него 3 тренировки в день, как у настоящего профессионала, утром, в обед, вечером, то тогда он прибегает к помощи восстановительных программ, то есть за счет аминокислот, за счет витаминов, минералов, за счет того, что когда вот он потеет, чтобы ему не чувствовать себя обезвоженным, он выпивает специальные минералы, которые возвращают организм в тонус, потому что восстанавливаться действительно тяжело. Если 5 дней в неделю по 3 тренировки, ребят, это... И не кушать перед тренировками очень тяжелую пищу. Очень важно питание. Очень важно. Один из самых главных пунктов – это питание. Надо есть что-то, чтобы твой организм это принял и легко усваиваемое, быстро, но в то же время полезное, натуральное, желательно натуральное. То есть, если вы хотите заниматься на профессиональном уровне, чтобы у вас всегда была возможность есть меньше, но чаще. То есть не один раз наелся до отвала, 2 раза в день наелся до отвала и почти ты, все, ты умер, ты не можешь тренироваться дальше, потому что ты переполнен. Говорит, лучше съесть 5-6 раз в день, но по чуть-чуть и что-то такое легкое, можно морепродукты, что-то быстро усваиваемое, салатики, что-то такое. Но чаще, но меньше в количестве, но чаще. Te han visto que das muchos ejercicios con los kettlebells. Si te gustan los kettlebells, o si les respetas a los kettlebells. Гири я очень сильно уважаю, потому что это мне помогает имитировать движения, которые у нас есть в борьбе. То есть они взрывные, они симулируют, например, подъем на вытянутой руке. Когда ты поднимаешься на вытянутой руке с гири 24 или 32 килограмма, турецкий подъем, Если у тебя этой гири не будет, естественно, тебе будет вставать намного легче. Ты просто улетишь сам, вылетишь оттуда. И поэтому это будет способствовать и для кулаков, то есть для ударных видов спорта, и для борьбы. И я очень сильно уважаю гири, потому что они очень дают хороший рывок развития. И это не значит, что я каждый день занимаюсь только чисто гирями. Велосипед, бег, плавание, штанга, гири. Я пытаюсь полностью развивать свое тело. Если рассматривать со стороны своих учеников, я пытаюсь им дать уважение к семье, уважение к своим товарищам, с которыми ты каждый день борешься в зале. Однажды сформировав одну группу, это уже не просто группа, это уже семья, потому что с ними я вижусь больше, чем действительно со своей семьей. Мы с ними проводим очень много времени. Клуб я создал его именно с братом, и это было что-то семейное, и это способствует тому, что мой сын тренируется там, он видит это, чтобы был коллектив, тренируется жена, коллектив, в котором друг друга каждый поддержит. В жизни мало ли всякое бывает, и быть прежде всего человеком, в любой ситуации оставаться человеком. Что тебе понравилось в нашем городе? Поделись своими впечатлениями о нашем городе. Честно сказать, меня очень хорошо встретили, приняли радушно. Люди очень хорошие, добрые. Мне понравились пейзажи, очень хорошие виды. Мы с тобой съездили по городу, поели там, пообщались с теми людьми, с теми. Ты мне подарил новое впечатление о сауне, баня, русская баня. Мне очень все понравилось, я остался очень-очень сильно доволен. Да, я хотел бы передать привет своей семье, всей семье, которая в клубе. Я передаю привет Испании и Аргентине, потому что она у меня в сердце, это моя родина. А моему учителю Фредди Суката, он недавно приехал в Аликанте, я передаю ему привет, я его обнимаю. И чудесному Саратову. Я жду встречи обратно здесь, я думаю, что мы вернемся, увидимся еще. En el tatami, en el ring, la lucha se hace intensa, en fin. Un buen ataque es la mejor defensa, sí. Concentración y disciplina, la pelea se avecina, se respira adrenalina, la peña te anima. ¡Climen! Todos quieren ver cómo termina. ¡Climen! Escucha a los tuyos en la esquina, luchar, nunca tirar la toalla, que solo unos pocos tienen medalla ganadas en batalla. Silencio, peleas.